Лобзик, гвозди и кисти. Дети и взрослые бок о бок шкурят, скрепляют и красят деревянные доски. В Химках провели мастер-класс по столярному мастерству. Осваивают технологию создания подставки для книг. Многие знают, как прикрутить, просверлить, но я рассказываю, как это сделать проще и быстрее. Сначала обработка поверхности наждачной бумагой, затем сборка деталей и раскрашивание. Всего час, и подставка для книг готова. Навыкам столярного дела учат детей, но и взрослые с удовольствием участвуют в процессе. Анна Крутевич пришла сюда с мужем и 5-летним сыном. Говорит, такие мероприятия в их семье стали доброй традицией. Мне нравятся подобные мероприятия, потому что они, во-первых, сплачивают семью, дают какую-то возможность провести вместе совместный досуг и сделать что-то полезное, приятное своими руками. Умение работать с деревом – навык полезный в жизни. Главное – знать технологию. На наших мастер-классах мы учим и деток, где-то даже и взрослых, обращаться с инструментарием. Это и дрель, это и лобзик, это и абразивные материалы. Да? Все, что необходимо, в принципе, все те навыки, которые могут пригодиться в быту в том числе. Ну и, конечно, когда человек хочет заниматься творчеством каким-то, ему тоже это интересно. Например, как покрасить, как состарить какую-то поделку. Такая встреча не последняя. Впереди еще много мастер-классов, где химчан научат создавать необходимые предметы для домашнего интерьера. Алена Беляева, Ксения Брагина, Николай Забродин. Служба новостей.